Новосибирске открыли социальную юридическую клинику. Главная цель проекта – сделать юридическую помощь доступной для всех горожан. Сейчас мы сделали максимально широкое расписание, потому что это все-таки тестовый режим. Мы запускаем этот проект. Он впервые вот в таком формате, именно по инициативе муниципалитета, по инициативе департамента по социальной политике. И поэтому сейчас у нас максимально широкий разброс тем. Эксперты прочитают лекции для людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. Расскажут о том, как обеспечить финансовую безопасность, как грамотно использовать банковские карты, как защищать свои права. Профессионалы ответят на актуальные вопросы. Слушатели смогут получить консультации от юристов и научатся самостоятельно решать многие проблемы. Сама по себе вот эта вот идея, да, все-таки стать юридически грамотными, она на самом деле благая идея. Я полагаю, что она связана с развитием как бы нас с вами как гражданского общества, как сообщества, которое может не только как бы услышать и понять вообще, какие законы существуют, но еще и защищать свои права. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!